Александр Леонидович фон Фессинг родился 5 января 1877 года в Елисаветграде в семье преподавателя Елисаветградского кавалерийского училища Леонида Александровича фон Фессинга Юлии Павловны Пахитоновой, родной сестры украинского художника Ивана Павловича Пахитонова. Окончил Харьковское реальное училище, учился на биологическом факультете Брюссельского университета. В 1895 поступил в Московское филармоническое училище в драматический класс Немировича Данченко. Как актер дебютировал в 1898 году в Московском художественном театре, где с перерывами проработал до 1906 года. Инспектором художественного театра с момента его основания был отец актера. Неоднократно сотрудничал с товариществом «Новой драмы» в Мейерхольда в качестве актера и очередного режиссера. С 1901 – преподаватель филармонического училища. Первый режиссерский опыт получил в сезоне 1901-1902 годов в Ярославле. В 1909-1910 году работал главным режиссером театра «Корша» в Москве. В 1911-1916 году переехал в Санкт-Петербург, где поступил в качестве актера и режиссера в Александринский театр. В 1917 году осуществил постановку пьесы Максима Горького «Дети солнца», исполнил главную роль ученого Протасова. В первом варианте пьесы автор дал ему фамилию Загаров. В 1917 году перебрался на Украину, в Киев. 28 ноября 1918 года возглавил Первый украинский театр независимой Украины, Киевский государственный драматический театр. В настоящее время Днепропетровский драматический театр имени Т. Шевченко, в котором осуществил постановку почти всех пьес Леси Украинки. В 1920-1921 году получил должность профессора Киевского музыкально-драматического института им. М.В. Лысенко. В ноябре 1921 года во Львове в Театре общества «Украинская беседа» поставил семейно-психологическую драму «Закон» Винниченко, возглавлял Львовский театр «Русская беседа», Ужгородский театр «Просвещение», Харьковский Краснозаводский театр, преподавал в Львовской драматической школе, публично выступал в защиту украинского языка в Западной Украине. С 1921 по 1927 годы находился в эмиграции. В 1924 году сыграл роль украинского крестьянина в немецком фильме «Золотой волк». В 1926 вернулся на Украину. Работал в Днепропетровске. С 1924 по 1941 года сотрудничал с различными театрами РСФСР. Работал в Пензе, Владивостоке, Хабаровске, Коврове. С 1939 по 1941 год в Саратовском театре юного зрителя и Саратовском театре имени Карла Маркса. Умер в Саратове 12 ноября 1941 года в возрасте 64 лет. Заслуженный деятель искусств РСФСР. 1940. Автор книги «Искусство актера». Один из основателей Донецкого драматического театра. Среди учеников Александра Загарова, Н. М. Ужви, Е. Н. Гоголева.